Сейчас время 4 утра. Мы приехали в Каникумари, называется это место. Это самая южная точка Индии, индийского полуострова. Самая-самая. И дальше здесь, короче, три моря сходятся. Два моря и океан, я так думаю. Аравийский, Бенгальский залив и Индийский океан. Но это не точно. Народ занимает первые места. Мы будем здесь встречать рассвет. О, на той стороне будет рассвет. Вот сейчас тут пока темно, ничего не видно. Но народ уже занимает. Мы тоже пораньше приехали, чтобы увидеть рассвет. Здесь вон люди аж спят. Неужели так такое место, что нужно место еще ночью занимать, чтобы здесь оказаться? Вот как люди хотят попасть на это место, на это шоу. Рассвет на самой южной точке. Да, Иринечка.